Приветствую, погасшие души. Вы на канале Дед Сергей. И в этом видео мы с вами поговорим о духах-напарниках. Как их призвать, где найти и, конечно же, как прокачивать. Если ты только начал игру, то смотри, что нужно делать. Во-первых, активируешь благодать, первый шаг. Затем идешь в храм Элли, тоже активируешь благодать. После чего летишь к благодати близ ворот. Далее проматываем время до ночи и возвращаемся в храм Элли. Здесь на стене сидит деваха. Именно она нам и нужна. Подходим к ней и разговариваем. Говорим ей, что мы с вами можем призывать призрачного скакуна. Если вдруг не знаете, как это сделать, вот подсказочка сверху. Деваха нам дает колокольчик для призыва духов. И самих духов. Прах волков-одиночек. Но прикол в чем? Прикол в том, что эта деваха появляется только в начале игры. Если вы проделаете все то же самое, а уже наиграли не один десяток часов, она здесь не появится. И тогда придется отправиться в крепость круглого стола, подойти вот к этим красавицам и купить колокольчик у них за 100 душ. Далее давайте определимся, куда ставить самих духов для призыва. Либо вот сюда к нашим фляжкам, либо же мне удобнее в сумку. То есть нажимаете Y, выбрать... И выбираете тот прах, который вам интересен. Но в чем еще дело? Мы не можем с вами вызывать духов просто так, в том месте, где захотим. Вызывать духов-помощников можем только там, где появляется вот такое вот надгробие. Оно расположено слева. Все, здесь наши духи спокойно вызываются и помогают нам сражаться. Для того, чтобы прокачивать духов, нам нужна лачуга на грозовом холме. Перемещаемся сюда. И тут сидит деваха. Подходим и разговариваем с ней. Она даст нам новый прах медузы. А также мы от нее получаем квест. Но чтобы выполнить ее квест, нужно пойти в замок Грозовой Завесы и сразиться с боссом на мосту. Далее нам нужна башня Бастиона, благодать, и идти наверх по лестнице. Далее убиваешь всех неписей, чтобы не мешались под ногами. Запрыгиваешь на вот этот бордюрчик. Все именно вот так вот и делаете. Прямиком в ад. Шутка юмора. Аккуратненько запрыгиваем и идем по этому уступу. Нам нужно в самый низ, где висит великан кверх ногами. Вот примерно туда я сейчас смотрю. Можно пройти и по другому пути, дабы не разбиться. Но можно и рискнуть, и аккуратненько пробежать так же, как и я. Давайте по-быстрому здесь ускоримся, чтобы не затягивать наше видео. Здесь нам нужно подобрать приколюшку. Забираем. Куколка на память. Вот, собственно, за этим мы сюда и пришли. Так, дальше смотри, мы должны, по идее, переместиться с тобой там, где первый раз встретили нашу уадмазель, лачуга на грозовом холме. Ну, она может быть как здесь, так и в крепости круглого стола. По-моему, она у меня уже в крепости сидит. Да, тут ничего нету. Семечко лежит никому не нужное. Тогда я заберу. Окей, поехали в крепость круглого стола. Так, вот она наша стоит. Прекрасная вадмазель. Так, давай расскажем, что поведал кузнец. Если этого варианта в диалогах не появилось, то, скорее всего, сначала нужно к кузнецу подойти. Так, погнали к кузнецу теперь. Мы типа передатчик. Туда-сюда, сломанный телефон. Так, он нам не верит. Возвращаемся к Ардерике. Вот. Мастер Хью обучит меня, она спрашивает. Может ли он обучить? Перезаходим в эту же локу. Так, Родерика стоит. Так, Родерика пропала, смотри. Больше не греется у костра, у камина. Ну-ка, сидит, нет? Сидит, красавица моя, наконец-то. Теперь ты улучшаешь нам духов, я правильно понимаю? Получается, для прокачки духов, как мечи качаем камнями, кузнечными, духов качаем призрачными ландышами. Этих ландышей полно в подземельях. Вообще в любых собирайте, бегайте. Они тоже там по уровням, я так понимаю. Короче, возвращаемся опять к великану. Прыгаем. И в принципе, можно даже никого не убивать. Тупо подбираем. Все. Алый капюшон теперь мой. То есть с ним хп будет чуть больше. То есть смотри, сейчас у меня статус хп. Где хп, 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 не вижу. В упор не вижу. Так, 738, я одеваю капюшон. Да, чуть-чуть дал. 769. Ну вот, в принципе, и все, что хотел рассказать. Остался не закрыт только один вопрос. Какой дух для призыва самый крутой? Если знаешь ответ на этот вопрос, напиши его в комментариях. А пока что на этом все.
Если видео понравилось, пригодилось, то поставьте лайк. Если нравится канал, то подпишитесь на канал. Ну и все, друзья. Всем пока-пока.